Камрадском государственном университете действуют различные программы по обмену студентами, благодаря которым учащиеся имеют возможность обучаться в вузах зарубежных стран, а иностранные студенты приезжают учиться в Камрад. О возможности получить знания в одном из лучших вузов Турции на встрече со студентами КГУ рассказал проректор университета имени Ахи Эврана в Кершехире Ахмет Гюкбель. Üniversitemiz özellikle kalite bakımından, proje yapma bakımından, üniversite uluslararası öğrenciler bakımından. По программе обмена студентами учащиеся и преподаватели из университета имени Ахи Эврана в Кершехире могут посетить КГУ, чтобы увидеть, как здесь проходит обучение. Такую программу по обмену опытом мы внедряем на первом этапе. В рамках второго этапа мы хотим провести конференцию и научные исследования, и в дальнейшем будем укреплять сотрудничество наших университетов на международном уровне. В университете действует 10 факультетов, где обучается 23 тысячи студентов. Из них 3 тысячи иностранных студентов из 58 стран. Учащиеся и преподаватели Турецкого университета тоже могут принять участие в программе по обмену и обучаться в Камрадском университете. По качеству образования и по внедрению проектов наш университет находится на первом месте среди 20 лучших университетов Турции. У нас могут обучаться студенты из различных стран, в том числе из Молдовы. Они могут учиться на лицензиате, мастерате и в докторантуре. В университете имени Ахи Эврана в Кершехире есть много возможностей. Это компьютерный центр, бассейн, кафетерий, библиотека, тренажерный зал и Wi-Fi. Расстояние от университета в городе Кершехир до аэропорта Каппадокии составляет 90 километров, а до Анкары – 219 километров.